прежнем графике, но с соблюдением всех мер безопасности. Звенигородская участковая ветеринарная лечебница продолжает свою работу. Согласно требованиям Роспотребнадзора, на пол нанесена социальная разметка, а при входе посетители могут воспользоваться антисептиком. Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции сопровождать животное может только один человек. Мы работаем с животными. К сожалению, по телефону и по скайпу их очень сложно лечить. Вот, поэтому, конечно, соблюдением и социальной дистанции мы всех пациентов просим, ну, как бы они сейчас уже весь народ все это понимает, но наших пациентов мы просим рассредоточиться по коридору, и некоторых просим подождать на улице. Вот, сами мы всегда носим средства защиты, обрабатываем руки, всегда ходим в масках. Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, специалисты участковой лечебницы могут оказать пациентам всю необходимую ветеринарную помощь.